повалил на землю и угрожал убийством. Полицейские Казани задержали 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 19-летней девушки. Подозреваемым оказался неоднократно судимый мужчина после очередного освобождения из мест лишения свободы, работавший дворником. Большую часть своей жизни он провел за решеткой. Подробности истории у Сергея Хайдарова. За что задержаны? По попытке изнасилования. Как это было? О том, как все было, полицейские узнали от самой потерпевшей. По версии следствия, 29 апреля этого года в лесопосадке на улице Чуйкова предполагаемый злоумышленник напал на молодую девушку, когда та шла на работу. Он повалил ее на землю и, угрожая расправой, стал совершать действия сексуального характера. В какой-то момент он увидел прохожих, после чего поднял девушку из земли, отвел в другое место и также совершил отношение действия сексуального характера. При этом, уходя, он сообщил, что если та расскажет кому-то о произошедшем, он убьет ее. Поиск по горячим следам результата не дал, но подозреваемого все равно удалось вычислить. Его задержали в авиастроительном районе и доставили в отдел полиции. Предполагаемый злоумышленник свою вину признал частично. По данному факту Следственного управления Следственного комитета Новосавинского района Казани возбуждено уголовное дело по части 2 пункта Б статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственное действие сексуального характера». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. До задержания неоднократно судимый мужчина работал дворником. Он освободился из мест лишения свободы в 2011 году. Известно, что за свои 58 лет задержанный провел под стражей в общей сложности 31 год, в том числе и за сексуальное насилие. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.